это магазин Сосновый. Там остановка общественного транспорта, троллейбусы. Тут все, конечно, запарковано, наши любимые автомобили. Ветерок прохладный дует. Вот там троллейбусы. Тут военкомат расположен, ингодинский. А вот в этих вот деревянных домах, ну, которые иногда называют бараками, живет мой двоюродный брат. Я к нему тоже пойду в гости. Ну, это школа. Школа номер 16. Сейчас я подойду к дому, где я раньше жил, в Украинской 15.